Мне еще и битый переебал. Первая палатка приносит мне гранату, да? Магазин. Прицел МРС. Я нашел куртку на 40 градусов. А ты обратил внимание, что здесь военная база братан, больше? Братан, братан, меня отнес. А, подожди, это ты? Это ты? А почему группа у нас распалась? Погоди-ка. Да. Пиздец, я сейчас бы нахуй побежал бы тебя пиздошить. Я тебе другое сейчас. Так, Джей. Ctrl J. Да, принял. Ага. Я вижу, ты, смотрю. Подожди, хуево. Я тебе другое хочу обратить внимание. Ты видишь это? Военная база большая. Здесь. Куда да. больше? Я нашел броник. Сейчас смотрим. Красава. Я пока не знаю, что я нашел, пока все подряд беру. Шлем. О, на шлеме написано, какого он уровня, кстати. МВС, компок, так, хуй знает, рюкзак. Тут кто-то лутался недавно, здесь кроссовки базовые. Да, 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 я видел. Да, чё, блядь, здоровая база, пиздец. А чё ты рюкзак не взял? А у меня есть рюкзак. Такой? Ну, на мой можно оружие повесить. Я просто рассчитываю, что я сейчас найду как бы оружие. Ну, стак. Не найдёшь. Ещё один такой же рюкзак. Только здесь он поношенный, а там был поврежден. Тряпка. Я нашел только оружие, не нашел, нашел только обвес. И все. Тут прошелся. Я там везде уже был. Мой хуйлон замерзает. Чего ты взял? В ангаре вот в этом был? Да. А чё, дверь закрыта? Ну, закрыл, блядь. И ты куртку на 42 слота не стал брать? У меня есть. На 42, да? Чёрная? Да. Да-да-да. У меня точно такая же. Ясно. Ну, блядь, хуёво дело. Бля, я вообще рассчитывал, что мы что-то найдём. Ну, тут, видишь, кто-то переодевался, да. Прям перед нами, похоже. Хуярик, хуярик. Бля, Ляч, смотри, у меня, я нашел штурмовой щит. Смотри, нахуй. Подожди. Так, что у меня есть? Нет? С ним бежать нельзя. Ну логично, блять. Патроны 9 на 39, магазин 20 килограмм, 5.45 на 39, оптика. Возьми себе, смотри, купи, да. Кто щит? Ну. С ним бежать нельзя. Все, куда дальше? Да, попробуем в эту, попробуем, наверное, в Павлу. Так, мы в самом краю карты, да, получается? Ты что, я вижу? Так, да, я сразу путь. Как тебе? Видал, какой у меня щитяра на? Сзади стрельба где-то.
Тебе кобура нужна плечевая? Нет. На, возьми щит, заебал. А щит-то мне нахуя? Я с ним делаю. Бля, ладно, это, короче, я заднюю дверь, блядь, от этого, от корыта взял, нахуй. Пиздец. Побежали отсюда, нахуй. А, так, кто-то у нас там, вот там. Где? Метку поставил. Режем? А, подожди, что-то не понял. А, это зомбарь. Смотри, он еле идет. Ну пошли его запить. Бля, их там двое, да? Нас двое. Хуя себе, еле идет. Летный шлем. Хуй-то. Летный шлем. Смотри, что нашел. Танковый шлем. Ебать ты нахуй, ментос. Какого он у тебя уровня защиты? Второго. Пиздец, зомбачат. Ну он на него одет был, поэтому его долго не могли переебашить. С хп хуёво все. Блять, как так-то, ну? Ну они меня втроем пиздили, блять, пока ты, блять, и ты мне еще и битый переебал. Ага, ты меня резал. Ой, блять, у меня кровоток, нахуй, ёпта, так мне никто ничего не сказал. А я откуда знал, блять? Пиздец, у меня кровь уже, нахуй, на оранжевом, у меня сейчас переливание понадобится. Ёбаный в рот. Блять. А я и думал, смотрю, экран, нахуй, потемнел. Нет, вроде восстанавливается. Пиздец, вот это я проебал. Ну ты меня нормально, нормально ты меня так отпиздошил. А ты, блядь, меня почти на пол хп уебашил. Блядь, мне кажется, сейчас она впала уже, отпиздец. Бля, мне не нравится бита, ты уверен точно, что она тебе не нужна? Да. Смотри, я еще ни разу не ел и не пил. Так. Так. Чё? Сорян, это я икнул. Блять. А чат надо отключить, кстати. Бля, я думал, кто стонет нахуй. Сука, пиздать. Блин, по воде по самой побежал. Блять, ножевик не может курицу, короче. Пизду ее. Она сильнее, чем я. На заправку не хочешь заглянуть? Да я уже мчу. Все, наш путь готов. И все это, пока ты бежал. Угу. Так, а что ты метки-то приватными оставил? На группу поставил их? А у меня почему-то на группу, они распространяются. А ты я... переключатель не поменял? Группу. Ты когда метку ставишь, да? Охуяется. You don't have permission. Что-то там, походу, я не могу проставить.
На группу. А ну сейчас попробуй. Сейчас давай. Ты пиздец теперь. Главарь. Админ группы. О, аэродром какой-то. Сейчас, это не то. Бля, я тут натыкал. Во. Хорош. Во. Готово. Я цвет специально выбрал, чтобы его видно было на фоне всего остального. Так, если у тебя хп, кстати, мало, я тебе могу аптечку дать. Ну, вроде вверх стрелочка. А ты попробуй ее юзануть, что она сделает. Прям хп, ну, зарегенит или просто ускорит. Да, давай, не знаю. Просто хоть понять, как это работает. Давай, 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 дальше. Сейчас я чат пока отключу. Аптечку под ноги скинь. Не вижу. Вижу. Бля, он мерзнуть начинает. Да, да, шорты на меня. Блять, ни одних штанов не попалось. Аж мотает. Опа. О, прикинь. Слушай, она многопользовательская, короче. На 4 раза, да. Да, я бы не сказал, что на 4, хотя машина 4. Там написано, наверное. А. Я еще могу прилепить ее к этому, к бронику. Заебись. Поеду. Так. Приближаемся к ебаной базе, блядь. Где, похоже, да пиздец, я прям слышу, как там стрельба, я даже не знаю, что делать. Можно сразу в Зеленогорск пытаться, блядь, прорваться. В обход, типа. Слушай, а знаешь, куда можно в Павлово в верхние бараки попробовать пройти? А... Так. То есть, оббежать вот это все говно. А ты уверен, и... что сверху нету этих? Что они не сверху стреляют? А, самые верхние? Да, да. Давай самых верхних, да, согласен. Да, там стрельба. Пистолетная. Да, я слышу. Сейчас мы просто обойдем и попробуем верхние бараки. Опа, зашел. Вот здесь еще бараки есть. Я видел, но я сразу на дальнем. Ты бери их, я вот эти посмотрю. Не шутались. Магазин нашел на блок. Блять, на блок это заебись, конечно, но у меня не блок не ходит. Блять, нашел 5-7. Здесь это, кстати, оружие, звук добавляет. Пистолет нашел, глок, 12 патронов. А файсел у тебя с патронами? Нет, файсел пустой, без патронов, без магазина. Ну, у тебя один пистолет? Да, пока один. Все, здесь чисто. Там я все забрал, братан, там ничего нет больше. Выходи оттуда. А, вышел. Давай сейчас я чуть повыше поднимемся, я там скину, ну, в смысле, посмотрю, что там есть. Ты слева глянул вот этот ящик? Да, 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 да. Ну, ствол, видишь, у меня ствол на спине. Но он без магазина. Так, давай, давай сейчас этот. Я просто несколько магазинов подобрал. Так, глок, магазин на глок. Возьми 5-7, он без магазина. А нахуя он без магазина? Без всего. Это на кольт. Да пусть у тебя пекать будет. Вот тебе кобура еще.
Слышь, а посмотри, как крепление на броню. У тебя не налезет? Чё, кобура? Нет. Не-не-не, МВС, мол, и панель. А, он на ремень крепится, ладно. Нет. Тут зомбари. Блять. А ты где? Я тебя не вижу, блядь. Я тебя там скидываю, скидываю, блядь, а ты уже убежал, нахуй. Я ж тебе сказал, я туда побежал сразу. Я не вижу. Ну, я не хочу опиздюлиться, блядь. А еще, по-моему, здесь люди, блядь. Зомбач. А, это зомбач, все хорошо. Дерзкое нападение на зомбача. Паша, у тебя оружие, поэтому давай-ка решай сейчас, если что. Ага. Мышку стреляет. Да. Не видишь никого? Нет. Зомбач. Ты стреляешь, нет? Нет. Что-нибудь, хоть какое-нибудь оружие. Какой-то ящик, блядь, оружейный. Паша, иди сюда срочно, блядь. Рядом с тобой где-то? Ты зашел? Закрыли. Ты зашел? Да. Что случилось? Да ты не видишь? Труп. О, у него УЗИ, бери, братан. Да я взял вообще-то МВР-ку и... Короче, пушка у тебя есть какая-то? Да, что-то есть. Рация. Я у него рацию спил. Не спиздил, не могу. А ты возьми, а чё ты УЗИ не возьмешь? А, так я думал, у тебя нет нихуя. Давай. Так, подожди, а теперь у меня... Так, это на 3 патрона ебало. Это дробовик? Нет, это не дробовик. Во! У меня есть на нее патроны. Ты только с прохода отойди, ты прям перед окном сидишь. Бля, зомбач к нам подошел. А ты шлем взять не хочешь? Да я шлем чуть не вижу. Да вот. До метра. Ты бегаешь? Нет. Зомбач там бегает у нас. Есть 45 секунд? Нет. А, 9-19 в блоке. Кто-то, короче, пасет эту базу. Угу. Чё, попробуем заражить его? Да, сейчас попробуем. Даже секунду, я уйду лишний.
меня целый магазин есть. И не один. Я не знаю, что это калаш. Короче, мне здесь чем поговорить. Еще два магазина мне сейчас надо ходить. А, это немецкая, это немецкий ствол, блин. Вот шлем возьми. Тихо. Надо куда-то отбежать, слышишь, Паша? В смысле отбежать? Выбежать отсюда? Да, мы пока... Давай за территорию. Готов тогда? Сейчас выходим, да, мы направо. Давай. Начало пиздатое. Да. Два уёбка в шортах, блядь. Блядь, ты там нахуй рация, что ли, спиздила? Там такой хороший калибр, похоже на винтовочный. А я потом скажу, что у меня есть. Не-не-не, за территорию выходим. Ну, да. Вон туда, под дерево, я блёк. Тут хуй вообще заметишь, хорош. Блять. У тебя? Нет. Я лег неудачно. Заметишь, штаны и шорты, блять, оранжевые. Я их вижу, блять. Можешь разлогиниться пока тогда. На всякий случай. Ну, давай будем. Ну а что поделать?